тысяча. Капец. Да. Просто это потому, они спросят люди, когда надо сделать операцию, что отдай деньги, понятно, внизу на стуль. Ты хочешь, я сделаю тебе операцию, $200. Ты хочешь, $150. $300. Нет, ты будешь умрать, иди нахуй. Да. Тут? Да, тут. Не, в Израиле там нет. Я сказал его, есть, Алло, иншуранс, я же был иншуранс. Страховка, да? Страховка, да. Баул, но это он пишет лакс на докатра. طبعا واللي اه بقول له شو يعني الدكتور الجراح بالشتبورتي باخذ 10000 قريبا да, у нас четверки так, там только, ну, да. Только бабки надо. Денежки. Мани. Yes. Меня брат сделали здесь для тебя. Мотоцикл. Здесь? Да, у меня был мотоцикл Honda. А, мотоцикл? Да, CBRRR 600. Ага. И хороший, да? Цыган, что хороший самолет, больше, чем все машины, которые мы сказали сейчас. Один 0 до 100, меньше, чем 3 секунды. Круто, круто. Да, это ракета там, не мотоцикл. Пуля, да? Да. Чу, и все. У меня был тоже самый хороший, красивый, когда я ходил на речках, все ходили фотографировать его, трогает и слушает. Слушайте звук там. А сколько стоил он? Я купил в витрине. Сколько? 3000. 3000? Да. Ну так дешево, да. Да. Потому что я сделал там ремонт. В Израиле это 10? В Израиле он стоит $12,000. Угу. Короче, они сделали здесь ДТБ. Угу. Был катастрофа ситуация. Мы забирали наши дворы. Начальник в четвертый, это моя друг. Uh-huh. Он декан у нас универе в Каразино. Он декан там и начальник в четвертый, он хирург. Uh-huh. Он сказал мне, Файз, здесь катастрофа ситуации, я не знаю, что мы будем сделать вот это. Uh-huh. Красивый. Красненький, да? Да. Короче, он сидел там, лежил 4 дня, а не знаете, что его, не знаете, что случилось, какой хематома его на голова, и был его хематома. Хематома большая, да? Да. И он в кома, и они отдают там таблетки, что он будет в кома, как если он остался, он будет в кризис. Да, мы думали, мы позвонили врачу, который забирал тернис 6 года назад, когда постреляли. Да, да, я понял, когда стреляли. Он это Порш Макан. Хороший, да. Он ходил здесь через 4 часов, и больница не отпустила его. Они сказали, не, у нас пациент, мы не отдаешь. И такой. И сказали, какой пациент, хуёво, вы не знаете здесь ничего. Врачи, алкаши, пьяные там ходят и сделают его операцию. Какое их медицинское? Вот это хуёво. Они сказали мне, а зачем ты учить здесь? Сказали, если я знали, что медицинское здесь такое хуёво, вот это все вот это страны. Ну, да. Короче, он звонил Кернес, и что Кернес звонил там, не знаю, кто, и кто, и мы забирали его. Друга, да? Да, на Израиле. В Израиль забрали, да? Да, в специальный самолет. Вот это врач ходил здесь, улетал здесь, специальный самолет забирал на Израиль. И там лечат его сейчас, да? Да, там, если он стоял здесь, он умрал. Умрет, серьезно. А там как он себя чувствует? Там хороший, очень хороший медицинский, безблатно, без ничего. Здесь, если врач хочет трогать его такой, иди купи перчатки. Иди купи у нас такой таблетки. Все купи, один да, раз, да. Да, один раз они отдали мне такой большой список, что купи. Я ходил там, перчатки, маски, не знаю что. Еще таблетки, которые не может отдать на мой брат. Понятно, это не я на его, это на люди, которые Альцгеймер. А его там в комнате лежил еще один, который он забили такой, и его нету деньги купить таблетки. Они писали на меня в список, понятно, отдали его. И сказали, если вы спасили меня, я купил его. Сказали, это такой работающий суфьет и такой. Я сказал, хорошо, да.
Ну а там скоро выздоровеет друг? Там не... Давно его отправили? Да, да, там был в кома еще 3 месяца. Еще не вышел из комы? Да, я вышел, все нормально, он здесь уже учит, закончил. Уже это, учится, да? Да, учится. Все нормально, там голова, все. Вылечили, да? Да. Когда он был на четвертый сейчас, когда мы едем, я в светофоре я покажу. Это он ехал на этом мотоцикле, да? Да. И не он виноват, там вот это один цыган был в Жигули, 78 ага. лет, вот это если он ходил, вот это духом будет трахнуть его. Да, помнишь, где Вастор? Ага. Вот это едет такой, его Вастор налево, мой брат его Будмин направо. Ага. Понятно, вот это водитель в Жигули, его Вастор направо, он ходил там сразу в Будмин. Угу. Да, он ходил сразу такой, брат такой, вот это такой. Сейчас, секунду. Ух ты, ёпки. Когда врач ходил здесь и сказал, спросил вот это врачи на четвертый, а что вот это, блядь, ёбаный в рот, вот эта бутылка с газа или без газа? Это стерили, блядь, что такое? Угу. Он разговаривал на русском и забирали еще 2 медбрата, которые говорили тоже на русском языке. Да. А он, получается, ударился только головой, да? Да, и когда мы били в со... Не, головой, 2 ноги. Материал 5 литров, кру. И там в Израиле, когда сделали операцию на 2 ноги, они здесь били фракчер, понятно? Uh-huh. Там была катастрофа тоже. Слава Богу, короче. Да. А с какой скоростью ехал? Мой брат был... Там есть светофоры. Он ходил такой в Романа Рулана, ага. понятно, внизу. Он стоял в светофоре, а потом он хочет направо. Угу. Да. И когда был светофоры, зеленый, он уехал. И вот это ударило его в Будмин. Если он ехал самый максимально там, он будет 60. Километр, uh-huh. потому что там машины и надо ждать, которые ездят рядом ЭТБ, понятно? Ну да. Да, он ждал там, вот это, который в ЭТБ, да значит он стоит рядом ЭТБ, потом ездит там, туда, а ЭТБ на Будмин не может ездить больше, чем 60. Он бил меньше, просто там не бил быстро, просто потому что он бил вот это. И все вот это случилось, он бил из-за шлема, понятно? Если без шлема, все сразу. Был со шлемом, да? Повезло, что хоть одел его. А так ни курточки, ничего не было у него. На локотники, на ноги. Один шлем и все, да? Да, только один шлем. Спецодежду не покупал. Перчатки, один шлем. Когда мы били в суд, вот этот цыган и ходил. Ага. Сначала, когда я видел его, один звонил мне, что мой брат сделал ДТП. Когда я видел вот это, я хотел его ударить, понятно, трахнуть такой, что ты сделал на моя практика такой. 2 брата были. Один сзади, один водитель, просто uh-huh. который сзади, это ничего, был ну, да. просто чуть-чуть. И потом я 6 uh-huh. год назад, uh-huh. когда постреляли. Да, да, я понял, когда стреляли. Да. Он это Porsche Macan. Uh-huh. Хороший, да. Он ходил здесь через 4 часов. И больница не отпустили его. Мы сказали, не, у нас пациент, мы не отдающий такой. И сказали, какой пациент, хуёво, вы не знаете здесь ничего. Врачи, алкаши, пьяные там ходят, издирают его операция. Какой их медицинском? Вот это хуёво. Они сказали мне, а зачем ты учитесь здесь? Сказали, если я знали, что в медицинском здесь такой хуёво, вот это все вот это страны. Ну, да. Короче, он звонил Кернес, что Кернес звонил там, не знаю, кто, и мы забирали его. Друга, да? Да, на Израиле. В Израиль забрали, да? Да, в специальный самолет. Вот это врач ходил здесь, улетал, ага, здесь ага. специальный самолет забирал на Израиль. И там лечат его сейчас, да?
Да, там, если он стоял здесь, он умрал. Умрет, серьезно. А там как он себя чувствует? Там хорошая, очень хорошая медицинская, безплатно, без ничего. Здесь, если врач хочет трогать его такой, иди купи перчатки. Иди купи у нас такой таблетки. Все купи, один да, раз, да. Да, один раз они отдали мне такой большой список, что купить. Я ходил там, перчатки, маски, не знаю что. Еще таблетки, которые не может отдать на мой брат. Понятно, это не я на его, это на люди, которые Альцгеймер. А его там в комнате лежал еще один, который он забили такой, и его нету деньги купить таблетки. Они писали на меня в список, понятно, отдали его. И сказали, если вы спасили меня, я купил его. И сказали, это такой работающий суфиет и такой. Я сказал, хорошо, да. Ну а там скоро выздоровеет друг? Там не... Давно его отправили? Да, да, да. Там был в кома еще 3 месяца. Еще не вышел из комы? Не, вышел. Все нормально. Он здесь уже учит, закончил. Уже учится, да? Да, учится. Все нормально, там голова, все. Вылечили, да? Да. Когда он был на 4-й сейчас, когда мы едем, в светофоре я покажу. Это он ехал на этом мотоцикле, да? Да. И не он виноват, там вот это один цыган был в Жигули 78 лет, вот это если он ходил в этот дом, он будет трахать его. Да, помнишь, где Вастор? Вот это едет такой, его Вастор налево, мой брат его Будмин направо. Понятно, вот это водитель в Жигули, его Вастор направо, он ходил там сразу в Будмин. Да, он ходил сразу такой, брат такой, вот это такой. Сейчас, секунду. Ух ты, Когда врач ходил здесь и сказал, спросил вот это врачи на 4-й, а что вот это, блядь, ёбаный в рот, вот эта бутылка с газа или без газа? Это стерили, блядь, что такое? Он разговаривал на русском и забирали еще 2 медбрата, которые говорили тоже на русском язык. Да. А он, получается, ударился только головой, да? Да, и когда мы били в Не, головой, 2 ноги. Потеряли 5 литров крови. Там в Израиле, когда сделали операцию на 2 ноги, они здесь били фракчер, понятно? Там была катастрофа тоже. Слава Богу, короче. Да. А с какой скоростью ехал? Мой брат был... Там есть светофоры. Он ходил такой в Романа Рулана, понятно, внизу. Он стоял в светофоре, а потом он хочет направо. Да. И когда был светофор зеленый, он уехал. И вот это ударило его в Будмин. Если он ехал самый максимально там, он будет 60 километров, потому что там машины, и надо ждать, которые ездят рядом ЭТБ, понятно? Ну да. Да, он ждал там, вот это, который ЭТБ, да, значит, он стоит рядом ЭТБ, потом ездит там, туда, а ЭТБ на Будмин не может ездить больше, чем 60. Он бил меньше, просто там не бил быстро, просто потому что он бил вот это. И все вот это случилось, он бил из-за шлема, понятно? Если без шлема, все сразу. Был со шлемом, да? Повезло, да, что потерял его. А так ни курточки, ничего не было у него? На локотники, на ноги? Один шлем и все, да? Да, только один шлем. Спецодежду не покупал? Перчатки, один шлем. Когда мы били в суд, вот этот цыган ходил. Сначала, когда я видел его, один звонил мне, что мой брат сделал ДТП. Когда я видел вот это, я хотел его ударить, понятно, трахнуть такой, что ты сделал на моей практике, такой, 2 брата были. Один сзади, один водитель, просто, который сзади, это ничего, был, ну, да, просто чуть-чуть.
И потом я такой думал, хорошо, он был не пьян, ничего в собе, его был нормально, он виноват, это Бог, он хочет такой, случилось, все, слава Богом, но его ничего. Когда мы сидели в суд назад 2 года, там они сказали, что он должен отдать у нас 60 тысяч долларов, потому что мы заплатили на самолет 40 тысяч долларов. А он сказал мне, нету ничего, ни дом, ни квартира, ничего, ты хочешь, я сиду в тюрьму. Я сказал, нельзя, мы не хотим ничего. А там просто они не знают, что он сидел год в тюрьму. Это что, там полиция хочешь, понятно? Мы сказали, что мы не, у нас не нужен ничего. Короче, он денег так и не отдал, да? Цыган этот. А откуда его? Он цыган жит там, он рядом у нас на Сухомской, на Клещевской. Ага, ну да, я понял, там район у них целый. Да. Там их много. Да, много там. Если нету деньги, они на работающие, пьяные, играют в машине, аккумуляторы в машине, зеркало и такое. Да, Audi, камеру, раз. Да. Вот то, как ехала, да? Да. Ой. В итоге его посадили, да, на год или на сколько? Когда я слышал, все, мне сказали, что у меня нужно ничего, мы уехали, понятно, все, ага. Разберемся с полицией, не знаю, у тебя не нужно ничего, если я видел тебя в районе, все нормально, все, все обычно, а я слышал, что год они дали ему. А как я разговариваю на русском? Нормально. Главное, что я понимаю, это самое главное. Я люблю. Я не учился здесь в универе русском языке, потому что когда мы ходили сразу на второй курс. Мы не учили первый, и второй курс все уже поздно. Все, что вот это я учил, это в таксист. Из таксисты на улице, магазине такое. Это потому я люблю разговаривать много, что у меня будет и практика. Конечно. Это number one, это просто да. Самое первое. Да. Практика. Да, как ты сказал, самое главное это разговаривать на улице. Конечно. Улица учит, не универ, да. Серьезно. Много диагностики тоже сказали мне, что акцент у меня тоже такой. Алло! Привет! Ты хочешь, блядь? Я знаю много тоже слов, которые никто не знает. Просто у меня это... Я не знаю, где я буду говорить, это которые моя девушка учила. Ага. Она не девушка, а подружка в универ. Ага. Я закухавца твои учим на украинский, только вот это, и я тебя... Молодец, да. Ну это ж круто, когда знаешь там, да, язык, правильно? Да. А у нас в Израиле 30% на люди разговаривают на русском. Да, у нас много. Всегда, да, всего там на улице, в больнице, в полиции написал иврит, сам главный язык иврит, потом арабский, потом русский. Да. Это потому, у меня будет это супер, когда я из Израиля. Конечно. Знаешь, последний раз я был в Израиле, это назад, год назад, я сидел там в ветрен. Муж и его женщина разговаривают на русском, понятно, как меня был такой приятный, что я все понимаю, они не могут думать, что я понимаю все. Они думают, что я все разговариваю арабский, иврит, английский, понятно?
Я хотел сказать, ой, блядь, я тебя понимал. Я понимал, что все, что вы сказали. Потом мне сказали, такой на больнице тоже. На все. Я буду сидеть такой, мальчик. Я понимаю все, что они разговаривают. Понятно? Ну это ж круто. Да. Круто. Да. Как один таксист здесь, он разговаривал на арабский, я ходил, мы разговаривали на его, что плохо на арабский, понятно, он потом сказал, извините, у меня есть тебе новость, что я говорю на арабский, я понимаю все на арабский, вы сказали такой, и сказал, извините. أحد تاكسي بحكي عربي طلعنا زين أخو الشرموطة زين بجمع أنه يخل تقوي وتتبني في روض تقوي نالي بابيسترا أنا عربسكي بنياتنا ويكاك مدينة هون يزدد بنياتنا من يقريات تقوي يخلتشو بيسترا يدد دام كوشة يتقوي يا قلدوي باتوم قلت سказал когда мы заплатили все, открыли двери он сказал я помнил все что мы сказали сказал 1, 2, 3 Я говорю на арабский супер. Ага. Да. А откуда же он выучил? Не говорил? Откуда он сказал, он? Студенты, иностранцы. Ага. Да. Как дела, киф халак, такой, 50, 55, номер, цифры. Да. Молодец. Ну то и таксист, да, попался? Да, да. Я боюсь на таксиста. А? Боитесь таксиста или что? Боюсь с таксиста. Не понял. Я боюсь с таксиста. Много таксистов. Uh-huh. Они шестерка или такое. Uh-huh. Один раз у меня была тоже ситуация, что один еврей. Ага. Ты знаешь, что все сумасшедшие рынок это на еврей. Там, ну да, еврей, да, евреи, да. Да, да, еврей. Он мы говорили, что там на страна такой, он сказал мне, нельзя такое говорить, и такое, я сказал, откуда ты знаешь еврейский, блядь, он сказал, я работаю здесь, я сказал, что ты работаешь, сказал, я работаю, сказал, на такси, да, точно, я буду врать, тебе вру, что ты на такси работаешь, сказал, нет, такой, я сказал, ты шестерка, блядь, на вот это, я мтал, али, كان يحكي ورمى أبو حي عن الجيش مش ربي حي درزي حريت سافا كانوا يحكوا على الجيش وعلى الدولة وكانت طالعة قصة فوضى فهموا عن فوضى والمستعربين وهيك على الساعة 2 بالليل طقوا على وقام قالوا له ضب لسانك بحلقك واحد يهودي بيشتغل تاكسي ضب لسانك بحلقك يا منيكك ايه وحياة القرآن انت تقول انه خايف تكون سامس إزرائيل ده؟ ده И работает здесь в такси. Да. А что не понравилось? Не знаю, он просто такой, как я скажу, вот это, как у вас есть СБО, ага. У нас есть МУСАД. Ага. Что он посмотрит на людей, которые живут здесь, а ты знаешь, сколько здесь израильских учит? Ага. Больше, чем в Харкове, только в Харкове, больше, чем 8 тысяч. Люди. Ого. Да, больше, чем 8 тысяч. Это просто только из Израиля учить здесь. Угу. Или в Каниму, или в Каразина, или в Радиоаддиктив, или не знаю где. Много, да. Ветеринар, вот это за город, после Алексеевска тоже. Есть там ветеринария. Да, есть. Они тоже там учили. Немного. А короче, они здесь сидят. Посмотреть, как люди реактив такой, как они сделали. Следят, короче, да? Да? А следят за кем? За своими или за Украиной? За кем? Не, они? Не, за у нас. За вас? Украина, не, что если в Украине, что они сделали? А за вас что? Что они вам сделают? За у нас, что много. Если что посмотреть, что мы не говорим на стране, не сделайте что плохо, мы не забираем вот этот трамвай или бок, или не знаю что на Израиль, понятно? Uh-huh. Да, не забирает пастерлит на Израиле.
потому что много. Сейчас я могу сейчас забирать такой, что специалист на Израиль. Mm-hmm. Еще раз один в Израиле сделает, будет меня автомат. Не поставить. А не посмотреть, что он не может убить в такой ситуации. Все серьезно, да? Да. А сам тут типа в такси катается, да? Не, у него есть машина, сейчас мы едем на карась собирать. А. У меня тоже есть машина. Не, я имею в виду тот, который, как вы сказали, шестерка, да? Да. Он ездил тут в такси? Таксист? Да, есть в такси, есть в магазин, есть по улице, есть в универе, есть. У нас есть один. И все Харкове, uh-huh. все Каразин уверены, только один студент еврей учит в Каразин. Uh-huh. Ходил в ногу. Uh-huh. Ади Берри, сахаб Арин. Uh-huh. Зачем он ходил? Алло? Он удаю Анда. Да. Да, через 10... Дают 2 минуты. Да. Алло? Не, меньше. 10 минут. Да. Ну, 5. Хорошо, да. Нужно, алло? Сколько минут? Минут 5. Да. А сколько осталось учиться вам еще? Один год и все, да? До свидания, Украина. Слава Бай Украина. Бай. Слава Украина. Был приятный, я был хороший. Просто в Израиле лучше. Приедете вообще потом, как думаете, в Украину? Да, в гости, конечно. Я имею в виду там. В гости, конечно. Посмотреть. Не, я думаю, что я сделаю здесь бизнес. Бизнес, да? Да. Треть магазин, не знаю, что клиника такой. Угу. Серьезно сказать, я полюбил Украину, Харьков, специально, понятно? Uh-huh. И я думал много, что сделает такое. У меня есть друзья тоже, всегда, что может помогать. Врачи есть, начальники есть, спешники я знаю тоже, uh-huh. и много. Ну да, можно что-то сделать, да? Ну, какой-то бизнес. Спешники может помогать здесь все. Здесь, что я тоже любил в Украине, что деньги решить все. Там так не получится, да? Да, там если они остановили тебя болится, или штраф, или в тюрьму, или забирает тебе сертификация, понятно? Здесь отдай 500 рублей, 500 гривен, все, иди ты. Свободен, да? Да, свободен. Да, многие говорят, что в их странах не получится так, а у нас можно порешать. А интернет-магазин чем торговать? Что? Ну, если бы открывали магазин, чем торговали бы? Что бы продавали? Одежды. Одежды, которые фирма хорошая выбирает, понятно? Ага. Потому что, что я видел здесь, люди зарабатывают в месяц 5000 гривен, и их есть iPhone 11X. Да. Они ездят на маникюр, на педикюр, Nike, одежда, Adidas, хуёва, херня. Как вот это, блядь, у меня есть Galaxy 4000 гривен, uh-huh. у меня в каждый месяц $1000 здесь, и все, uh-huh. закончил месяц, закончил деньги. Uh-huh. Это видели, что они любят купить, которые фирма. Фирменные, да, да. Она будет служить долго, да. Служить.
больше, чем год. У нас есть такое, да, у нас такое помешательство. Да. iPhone 11 надо, если фирма Adidas Nike. Да, да, что видит у меня есть хорошие одежды, хороший телефон. Понты. У нас это наоборот, понятно? Да, если да, я слышал. Один из футболки и хуёвая машина, может быть, он сидит на 2 миллиона долларов. Да, понятно? Да, я он слышал такое. Он ездит такой и отдать мне сигарет, пожалуйста. И машины, я слышал, что да, никто там не чинит, там вот эти коцки мелкие, да, повреждения. Да, да, да. Потому что... Серьёзно, это такой у нас. Так, это здесь, здесь да? Не-н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 е-
لا لا ابو السرجي بسخنين تشوفه يا زلمه قميصه محطه مع ملايين ديس بي ام في سيرفيس بي ام في любите بي ام في я не конечно смысл сколько давай держи их сдать скидка 118 100 Угу. Спасибо вам. Да, хорошего дня.